Губернатор Алексей Русских осматривает производственные площадки мебельной фабрики в Ульяновске, оценивает не только качество продукции, но и перспективы развития. В условиях санкционного давления ульяновские предприятия взяли курс на импортозамещение и переориентировали рынки сбыта. Так, среди новых партнеров компании «Хасанов» – коллеги из Казахстана и Республики Беларусь. Сейчас процесс изготовления диванов, кровати, интерьерной мебели полностью налажен. А начиналось все с гаражного комплекса, рассказывает директор. Именно там скромный штат сотрудников трудился над заказами от горожан. ЖСК, вдруг наши ЖСК мебельные, так называемые, вот они вышли сюда, на этой площадке стали развиваться. Сами. Оттуда вышли, да, здесь. Ну, молодцы. Много там еще таких работает? Много. Много, да. Что делают в основном? В основном мебель, да? Да, в основном мебель, да. На коленках кто как приспособится, да? Да, да. Ну, условий там нет. Чтобы создать те самые условия, правительство области обратилось за поддержкой в федеральный центр. Решено построить индустриальный парк для ульяновских производителей мебели. Работы уже ведутся. Просторные площади новых фабрик займут отечественные компании. Для них это возможность расширить ассортимент продукции и штат сотрудников. Детали обсудили на профильном совещании. Сейчас это строительство ведет, и мы призываем всех, кто еще не вступил на такие рельсы нормального ведения бизнеса, пока есть возможность зарезервировать себе площади в этом индустриальном парке, перейти на хорошую инфраструктуру, легализовать свой бизнес. А мы будем во всем помогать. Расширение производства влечет за собой сопутствующие вопросы. Один из ключевых – это квалифицированные кадры. Нехватка рабочих рук – проблема актуальная на многих предприятиях области. Мебельная ассоциация выступила с просьбой обучить специалистов в области деревообработки и швейного производства. Это повысит конкурентоспособность отечественного производителя. К слову, за последний год, несмотря на тяжелые экономические условия, предприятия области показали хороший результат. К концу 2023-го рост на 20-25% отрасли составил. И мы знаем, что на сегодняшний день заказами обеспечены практически на полгода вперед. Экспортерами в прошлом году выступили 12 стран, среди которых Китай, Турция, Грузия, Узбекистан и Молдова. Всего с 2008 года в регионе реализовано больше 50 проектов по строительству мебельных производств. Для области это регулярные налоговые отчисления в бюджет, а для предпринимателей – возможность реализовывать новые проекты. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.